Привет, дорогие друзья! Это «Хоббит-отшельник». Наступила глубокая российская осень. А это значит, что до середины января примерно солнце будет выглядывать не каждую неделю. И это значит, что солнечные панели почти не вырабатывают электрической энергии. Вот посмотрите сами. Всего лишь один с небольшим ампера электрической энергии. А это значит, что пора запускать бензиновый генератор. У каждого профессионального отшельника для такого периода должен быть маленький генератор. Я рекомендую бензиновый, четырехтактный, на 1 кВт. Этого достаточно, и по соотношению мощность-расход бензина очень хорошо. У меня на осенне-зимний сезон уходит примерно 50-70 литров бензина. Ну вот, дорогие друзья, генератор работает, у нас есть 220 вольт, и я могу зарядить аккумулятор. Для этого я использую два компьютерных блока питания, соединенных последовательно, чтобы было около 17 вольт. Вот я включаю, и заряд от генератора пошел на аккумулятор. И еще рекомендую приобрести на Алиэкспрессе счетчик моточасов. Это позволит вам вовремя проводить техобслуживание генератора и знать, сколько осталось ресурса. Вот так, дорогие друзья. Несмотря на то, что глубокой осенью солнца практически нет, мы можем обеспечить себя электрической энергией легко и непринужденно.